Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами продолжаем наше размышление о христианском православном символе веры. Собственно говоря, во что мы веруем и чем мы живем по вере, мы уже с вами все обсудили. Оставшиеся заключительные два члена символа веры – это и вера, и, можно сказать, это наша надежда. Это то, чего еще нет, но чего мы ожидаем, к чему стремимся, к чему приготовляемся. И верою уже и сейчас в какой-то мере усвояем. Итак, вот этот завершительный аккорд символа веры. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Кратко. Но это два члена символа веры. 11. Чаю воскресения мертвых. Чаю – это славянское выражение, глагол по-русски «ожидаю». Чаяние – это ожидаемое. Отчаяние – слово уж очень хорошо известное в наше время – это когда мы от всякого ожидания отчалили, то есть утратили, потеряли, депрессия, уныние, отчаяние. Вот отчаяния у христианина никогда нет. У нас есть чаяние, ожидание. Христианин всегда устремлен в вечное, в будущее. И любые утраты этого мира – они не могут быть поводом, причиной для отчаяния. Чаю воскресения из мертвых. То есть чего мы ждем? Вот еще нет. Все, что было до этого, Святая Живоначальная Троица, есть и вечно. Спасение, которое совершил наш Христос, это уже произошло. Дух Святой нам уже дарован. Церковь, она есть и бытует, жительствует в наше время. А вот чего мы еще только ждем? Еще нету. Но мы этого ждем. Вот чаю воскресения из мертвых. Когда это будет? Иисус Христос сказал, что дня и часа не знают ни ангелы на небесах, не даже сам Сын Человеческий, когда был на земле, а только Отец, Бог, заключил временные сроки в Своей воле. Поэтому всякая попытка дать ответ на вопрос, она либо ошибочна, либо пуста, либо является злонамеренным обманом. Мы не знаем, когда это будет. И таким вопросом мы не задаемся. Но мы уже с вами обсуждали в 7-м члене символа веры, что Христос обещал Ипаке грядущего, что Христос придет вновь. Воскресение из мертвых, да, это явление, которое начнется при втором пришествии Христа. Знатоки Священного Писания, они иногда пытаются уточнить, расписать, как это все может произойти. Существуют даже какие-то различия в видении, в понимании. У древних отцов эти различия были. Мы сейчас не будем углубляться в этот вопрос, потому что в любом случае лучшим и безошибочным толкователем является только само время. Вот оно раскроет, как это все произойдет. А наши наперед попытки расписать, как это все будет происходить, они, ну, как минимум, слабы. Потому что не можем мы все себе представить, как оно все будет. А иногда и просто ни о чем. Но мы этого ждем. И это непреложная истина нашей веры. Ожидание воскресения из мертвых. Воскресение из мертвых – это событие,
которая связана со вторым пришествием Христа. Оно не произойдет ранее того. Раньше были ли воскрешения мертвых? Были. Они были еще в древности. Пророк Илья, пророк Елисей воскрешал. Возможно, что и другие случаи были. Они были при жизни Иисуса Христа, Господь Иисус воскрешал. Было это и в истории Церкви, сами святые апостолы воскрешали. И еще некоторые великие святые тоже воскрешали. Но все эти воскрешения – это скорее оживление, это возврат к жизни. В некотором смысле это как после клинической смерти человек ушел и вернулся. Не наступило необратимых процессов. Такой случай, как воскрешение Лазаря, который 4 дня пробыл в гробе и от которого уже смердело, то есть уже труп разлагался и были абсолютно невозвратные, необратимые процессы в его теле. Он был воскрешен Христом. Это исключение, но и оно имело место. Однако же что? А то, что все эти люди возвращались вот в такое тело, в то же самое тело лучше, в котором они и были. Они жили дальше обычной жизнью и умерли. И умерли уже, чтобы тоже ожидать воскресения из мертвых. Поэтому это как бы не в счет. Христос – первенец из мертвых. Вот Он воскрес из мертвых, и смерть им больше не обладает. То есть Он уже не возвращается опять в землю. Тело, которое было у Него по воскресении, оно было совсем уже в других качествах и свойствах, чем до воскрешения. Проходил через двери затворенные, появлялся, исчезал и так далее. То есть это уже было тело, которое было не землеретно, то есть не прах, который в парах возвращается. Это было тело, то есть это была материя, если хотите, атомы и молекулы, но которые всецело пронизаны и подчинены духу. И уже бессмертно, вечно. Вот Христос является первенцем из воскресших из мертвых. Мы же все только ожидаем воскресения мертвых. Воскрешения были еще. Это Пречистая Дева Мария. Она умерла и ожила, и была взята на небо. Это были те, кто совоскрес со Христом, когда воскрес Христос. Они ожили, свидетельствовали о воскресении и были тоже взяты с земли, потому что больше их здесь не было. Вот они называются Церковью Первенцев. То есть они воскресли прежде всеобщего воскресения из мертвых. Вся же Церковь, начиная от прародителей наших, от Адама и Евы, и до нашего времени, и до последнего народившегося, имеющего народиться в этот мир, мы еще это событие только ожидаем. Для нас воскресение из мертвых – дело будущего. Сейчас его еще нет. Ожидаем воскресения из мертвых. Воскресение из мертвых никаким образом не надо сопоставлять с загробной жизнью. Загробная жизнь – это как раз результат кончины, результат смерти. Душа и тело разделяются, тело возвращается в прах, прахом и становится землей. Душа в бестелесном виде переходит в некоторые иные миры, проходит испытания, которые Церковь называет мытарство. Грешная душа опускается в преисподние места, адовые глубины, где она пребывает в том состоянии богоотступничества и греха. А
Праведная душа, она восходит в небесные обители, в обители дома Отца Небесного. Но все это предварительно. И предварительные муки грешников, и предварительное блаженство праведников. И они тоже ожидают воскресения из мертвых, умершие. Потому что то блаженство, в котором сейчас находятся праведники, это не есть окончательное состояние человека. Они еще ждут. Душа, пусть даже в обителях небесных, пусть созерцающая Божью славу и воспевающая ее, она все-таки не находится в совершенном состоянии. Совершенный человек – это духовно-телесное существо. И вот чаю воскресения мертвых – это именно воскресение тел. Да, совершенно вот материально. Именно тело должно ожить и воскреснуть. Душа, она оживает, когда умирает для греха, верою воскрешает для жизни и обновляется в таинстве крещения. Вот тогда это воскресение первое. И верующий человек, он уже сейчас человек воскресший, как апостол говорит, встань спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос. То есть это нынешняя жизнь, это духовное воскресение. А вот телесное воскресение, его сейчас нет, даже у праведников. Оно является ожиданием в будущем еще. Кстати, опять некоторое предварительное чувствование того воскресения из мертвых – это своеобразное явление, которое напрямую не было ни обещано, ни повелено Господом. Но по факту оно и есть. Это нетленные мощи. Как псалмопевец говорит, что не даст праведнику своему увидеть тление, не оставит души в аде, душа переходит в рай, а тело не увидит тления. И вот мы имеем такой факт, как нетленные мощи святых. Ну, конкретно для нас, жителей Святой Руси, это, конечно же, в первую очередь Киево-Печерская лавра, где огромное количество нетленных мощей святых. Это многие другие святые, Псково-Печерская обитель и раки с нетленными мощами. У нас в Сибири, пожалуй, таким наиболее ярким примером являются мощи святителя Иннокентия Иркутского в городе Иркутске. Любой из нас имеет возможность, не так уж трудно доехать, добраться до Иркутска. И там, в Знаменском монастыре, почивают эти мощи. Время от времени они приоткрываются, так что и всякий приходящий может видеть нетленную длань, то есть кисть святого. Нынешние же священники разоблачают святителя, очищают тело абсолютно нетленное и даже не жесткое. Оно как бы мягкое. Вот. Плоть святителя Иннокентия Иркутского. Да, это не плоть, которая может жить. То есть святитель Иннокентий Иркутский, он тоже ожидает воскресения из мертвых. Все-таки нетленные мощи – это тело без души. Но почему оно нами почитается? Тела ваши, говорит апостол Павел, суть храм Святого Духа. То есть в смерти душа покидает тело, а Дух Святой может не покидать тело, может оставаться в нем. И тело, кстати, не обязательно нетленное, есть святые, от которых остались только косточки, они продолжают быть храмом Святого Духа. Поэтому они бережно и благоговейно почитаются православными христианами. Нас некоторые обвиняют даже в некрофилии,
некролатрии, то есть что мы поклоняемся покойникам, мертвецам. Не поклоняемся покойникам и мертвецам. Наша молитва – это, собственно, не молитва, а призывание с просьбой молитв о нас, душ святых, которые сейчас перед Богом, а почитание мощей – это святыня, преисполненная благодати Святого Духа. Ну вот так. Это все тоже некоторое предощущение того грядущего и славного воскресения из мертвых. И конечное событие, действительно, когда придет Христос, то Он это обещал. Об этом говорили древние пророки. Например, пророк Иезекииль. Говорится об этом еще и в гораздо более древней книге многострадального Иова. Ей уже около 4000 лет этому праведнику. Вот, когда и как книга была написана, мы, собственно, в точности и не знаем. Но вот она есть, она сохранена до нашего времени. И другие пророки, пророк Даниил в 6 веке до нашей эры, пророчествовавший в Вавилоне, городе на реке Евфрат, тоже об этом говорил. И об этом говорил сам Иисус Христос, об этом говорили святые апостолы, и это входит в ожидание веры, воскресения из мертвых, именно телесное воскресение. Потому что только душа, имеющая блаженство в небесных обителях, это еще не спасение полное. Спасение полное – это когда тела воскреснут из мертвых. На этом месте, без такого логического завершения, дорогие телезрители, сегодня мы обрываем наши с вами размышления с тем, чтобы продолжить их в следующий раз. Божье всем благословение! Thank you.